К национальной системе платежных карт МИР теперь в Самаре подключились и сотрудники системы здравоохранения. Карты врачам 13-й поликлиники оформляют прямо на рабочем месте. Одним из первых карту МИР получил главный врач. Поздравляю с получением карты МИР. Спасибо большое. Мы давно являемся партнерами Сбербанка, участниками зарплатного проекта. Это очень удобно. Большое количество банкоматов, большое количество предоставляемых услуг, очень удобные функции Сбербанк онлайн. Сотрудники наши довольны, и мы рады присоединиться к национальной платежной системе МИР. Для участников зарплатного проекта Сбербанка предусмотрено множество льгот и привилегий. В их числе услуга «Банк на работе». Специалисты банка выезжают на предприятие, чтобы сотрудники могли получить банковские карты в удобное время, не выходя из офиса. Новые карты МИР позволяют выполнять все привычные денежные операции. Рассчитываться за товары, оплачивать услуги связи, ЖКХ, налоги, штрафы, переводить деньги на банковские карты. Держателям карты МИР Сбербанка открыты возможности интернет-банка «Сбербанк онлайн», СМС-сервиса «Мобильный банк», а также сервисы устройств самообслуживания Сбербанка. Также клиенты могут снять деньги в банкоматах и отделениях сторонних банков, принимающих к обслуживанию карты МИР. С помощью карты платежной системы МИР можно оплатить товары и услуги во всей терминальной сети торгово-сервисных точках, а также снять наличные во всех банкоматах Сбербанка на территории России. С помощью карты МИР можно накапливать бонусы, программы лояльности «Спасибо» от Сбербанка, а потом расплачиваться в магазинах с партнерах, оплачивая до 99% от стоимости покупки. Также для участников зарплатного проекта предусмотрены льготные условия кредитования, а для рассмотрения заявки потребуется только паспорт. Кстати, с 15 февраля Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Сейчас минимальная ставка составляет 12,9% годовых. Точный размер процентных ставок будет устанавливаться для каждого клиента индивидуально. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.